особенно шоферат, да и я вот сейчас велос купил. Да, дороги отвратительные, охеренно. Едешь на этой, или я на велосипеде со скоростью, если в эту яму попаду, да я убьюсь, все, к черту. Практически скорость держишь чуть-чуть не так, как, а то точно разобьешься на. Очень опасно. Короче, ты, если на дорогу, у меня как, и чтоб машина не сбила еще вот так, и еще сможешь на дорогу, чтоб в эту колдоебину не залететь на. Вот ты, короче, система. А почему дороги-то плохие? Просто у нас как, денежку, может, эти плохо платят, ну вот, налог маленький или платят, или что, вот эти все шофера платят, там водители, или налог маленький, или эти, кто дороги делают, они стараются делать так, чтобы себе побольше в карман вложить, а на дорогу меньше вложить. Вот и у нас дороги-то большие. Он лучше, да ну нахер я на дорогу буду вкладывать, когда я себе лучше в карман положу, да отдохну куда-нибудь в другой стране и так далее. Вот из-за этого у нас на. И вообще у нас же большая страна, большая. Это сколько, какие объемы. Это же не сравнить там с Парижем, с Германией, с Польшей. Там же маленькие страны-то. Да, правильно, у них там порядок. У них, короче, не зря же говорят, мал золотник, но дорог. А у нас же большая страна, попробую это сделать. Так что извините, эти там иностранцы или как, ездите как умеете, на. Вот так что. Такая наша страна, Россия, большая. Вот так что она. Как говорится, в большой стране большой бардак. А в маленькой, если стране, там всегда порядок будет. Вот и все, на.